Мою подругу врачи били в ковидном госпитале, а еще людей там плохо кормят. Это лишь одно из обращений, которое поступило в редакцию бийского телевидения. Для того, чтобы проверить данные факты, мы пошли в красную зону. Тем более повод подвернулся. С проверкой в медучреждение приехал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По количеству людей как вот оцениваете? Также человек 30 поступает. Ну, в смысле, не все поступают. Мы их отправляем на лечение в другие отделения более легких. На другие площадки, да. Анна Васильевна в ковидный госпиталь Бийска поступила в тяжелом состоянии. Дышать было трудно, температура зашкаливала. Женщина даже не помнит, как оказалась на больничной койке. Положили, подлечили, сейчас дышим, радуемся всему. На вопрос о грубом отношении медицинского персонала и проблемах с питанием Анна Минаева отвечает достаточно эмоционально. Ох, мама родная! Какие глупости. Относятся прекрасно. Прям вообще отношения хорошие, молодцы. И главное, кормят. Всем достаточно. Всего хватает вот так. Ирина Макарьева из Алтайского района. Она уже почти две недели проходит лечение в инфекционном госпитале. Признается, что дома в своей поликлинике в селе Алтайское долго не могла добиться теста на ковид. Пришлось выходить даже на главного врача. Когда показатели сатурации оказались ниже нормы, только тогда женщину госпитализировали. Сейчас самочувствие значительно улучшилось. Лечат сильно хорошо, молодцы. Персонал хорошо? Да, очень все хорошо. Еды хватает. Хватает. Многие пациенты работу медицинского персонала в красной зоне называют адом. Больных много. Сейчас в госпитале проходит лечение больше 300 человек. И несмотря на это, сотрудники уделяют внимание каждому. Персонал молодцы, вообще девчонки не отходят. Ходят с 4 утра, с 3 утра и все, и до поздней. Молодцы вообще, молодцы. Уход хороший. Дмитрий Попов тоже пообщался с пациентами. И сообщение о якобы противоправных действиях со стороны младшего медперсонала назвал просто чьей-то выдумкой. То есть пообщались с пациентами? Хрупкий, причем, заметьте, женский персонал, ну вот в части, я бы назвал, наверное, даже фейковых новостей. Ну как? В общем, пациенты, с которыми мы поговорили в ковидном госпитале второй горбольницы, факты избиения не подтвердили. Проблем с питанием, по словам людей, здесь тоже нет. Как кормят больных, мы видели сами. Всем желаем скорейшего выздоровления. И специалисты для этого делают все возможное. Скоро домой пойдем? Молодец. Деда молодец? Умница, деда. Евгений Плохотин, Андрей Сигаев. День с толком.